творческую спор называют. Вот я попал. И это только разминка. Ты познакомишься с моим оппонентом? О, привет. Чё, как? Припоздал. Да и чё, с тренировки только что. Я не понимаю, что ты там тренируешься, что ты там делаешь. Когда ты тренируешься, все несколько месяцев, все твои тренировки упираются только в полную концентрацию всего лишь на 11 минут, и в эти 11 минут ты должен делать все, что ты можешь. Это самая сложная нагрузка. Если подготовиться нормально, то думаю, что месяца за 3, за 2. То есть ты мне хочешь сказать, что ты готов бросить жратву, вино, начать заниматься по шесть раз в неделю? Но вино я не брошу. Я, во-первых, дегустирую, хоть и много не пью, но бокальчик в день однозначно. То есть ты хочешь сказать, что даже с вином, да, ты подготовишься за 2 месяца к бою с человеком, единственная, которая, в общем, задача по жизни, это бить людей? Да. Так, ну ладно, я чувствую, спор назревает. Давай поспорим. Ты начинаешь тренироваться, и через 2 месяца ты продерживаешься в турнире по тайскому боксу 3 раунда по 3 минуты. В общем, если ты не дотягиваешь, с тебя 60 бутылок армянского фантома. Я продержусь 3 раунда по 3 минуты, и тогда с тебя 60 бутылок красностопа резерв. Ну ладно, хорошо, давай. Наливай, чё? Вот я попал. Тебе один секрет расскажу, что навряд ли я продержусь 3 по 3. За азарт, за спорт? За наш спорт. Не знаю, на что иду, но однозначно понимаю, что с одной стороны для здоровья это хорошо, с другой стороны возраст, как ни крути. Но мне это уже очень интересно, чисто из спортивного варианта. С одной стороны, конечно, я за своего друга очень волнуюсь, и, в общем, это спор совсем не из легких. С другой стороны, по-другому мне получить 60 бутылок провокана без вариантов. Зал нереальный, крутой очень. Когда первый раз я его увидел, мне и захотелось. А тут еще такой спор. Конечно, ребята здесь звери. О! Мой друг, где тебя носит? У тебя есть шанс красиво отказаться от спора. Передать мне 60 бутылок армянского фантома. Нет, не пойдет. Не пойдет. Значит, ты готов, настроен и все остальное. Ладно, тогда познакомься. Артем! Артем, это демон ЗОЖа. Павел, он как раз сказал, что нужно вас проконсультировать, рассказать, что такое тайский бокс, показать и, в принципе, подготовить 3 раундам по 3 минуты. Самое главное, знаешь, что в тайском боксе? Что? Быть красивым. Ну что, можешь себя считать варягом. Теперь ты член клуба. Вот здесь где у тебя где-то. Вот, и номер 185. Погреемся по-обычному. Все, всем здравствуйте. Направо побежали. И это только разминка. Левой ногой вставать на уголок. Вот он там давит.
должен, чтобы не заступать. Вот. Правая нога параллельно левой, как на рельсе. Вес сел на двух ногах распределены. И раз. Левая нога служит еще как бы тренога, не дает тебе провалиться. Хорошо. Попей воды, отдохни. Первая тренировка самая тяжелая. Путаться с двух сторон. Пока ничего не болит. Дыхание, конечно, подводит. Посмотрим, что будет дальше. Ну, я думаю, после нескольких тренировок более-менее приду в себя. Давно не тренировал. Познакомишься со своим оппонентом? Давай. Клав, на секунду. Ау. Так, смотри. Мы тебе готовим бой через 2 месяца. Значит, серьезный выигрыш на кону, поэтому там не надо, нельзя оплошать. Готовься, хорошо? Кто оппонент-то? Что за противник? Да вон, Артур. Да. Он, да? Да. Так, смотри, не подведи. Все, сделаем. Поехали, продолжаем. Тихо. Очень хочу сбросить вес, поэтому перешел на правильное питание. И теперь 5 раз в день здоровая пища, что не характерно для меня вообще. Во всяком случае, стараюсь. Тяжелое это, конечно, все дело. Сейчас сколько вес? Сейчас 101. Ну, хотя бы там 95 давайте цель поставим. Ну, давай, давайте 90. Давайте сейчас 95, а потом 90. Закончилась первая неделя моих тренировок, я перешел на здоровое питание, я соблюдать стал более-менее режим и, конечно же, понимаю, что надо было это делать раньше. Очень рекомендую клуб «Варяг» к посещению, место очень достойное, атмосфера шикарная, ребята, которые тренируют, они, конечно, потрясающие. И вообще, всем это будет только на пользу. Если вы можете себе по здоровью позволить, и вас ничего не ограничивает, то лучше так и сделайте. Посмотрим, что будет еще в последующей неделе, но пока все хорошо.